Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Корвит. Мы находимся не в новиночке. Симулятор культиста. Игра вышла достаточно давно, но собрала в Стиме очень много положительных отзывов. Это, насколько я понял, ну, некое подобие настолки, то есть типа с карточками игра, но дико интересно. Я почитал комменты, почитал отзывы, пообщался с разработчиками этой игры, и, ну, как бы все очень круто. То есть игра прям достойная. Ну, не знаю, как сейчас, вообще много ли кто играет в эту игру, но когда она только вышла, она прям всем понравилась. Очень много обновлений вышло на эту игру. В общем, ссылку на игру я в Стиме я вам оставлю в описании. Тоже перейдете, посмотрите, может, если кому-то понравится, тоже захотите поиграть. Но мы сегодня сделаем первый взгляд, и я в игру не играл, вообще, в принципе, понятия не имею, о чем игра, то есть это, скорее всего, будет что-то связано с созданием своего культа на карточках, вот. Как это будет играться, сейчас мы с вами посмотрим, погнали. Одиночество в промозглом городе, бесполезное образование, сны. Что дальше? Могу ли я достичь чего-то большего? Игра сделана, знаете, с таким легким флером книг Лавкрафта. Вот типа того. То есть тут будут переплетаться все эти темы, истории, возможно, какие-то. Так, что мне делать? Впишите имя. Тут я так понимаю, надо вписать свое имя? Так. Пауза обычная, быстрая. Ну, это скорость, видимо. Обычная, быстрая скорость. Пауза. Хорошо, а почему нет никакого обучения? Черная работа. Вы с трудом сводите концы с концами. Работая с санитаром, ваше положение шатко. Но это лучшее, что вам удалось найти. Это я, типа, работаю? Серьезно? То есть мой персонаж в игре? Работа. Черная смена. Опять гонять шваброй грязную воду по коридорам. Разносить письма пациентам, овощам. Таскать каталки с трупами в подвал. Очередная смена в больнице. Вперед. И? То есть я, получается, положил карту и запустил условно какой-то сюжет, наверное. И что у нас по итогу? По итогу я получаю две карты. Заработать на жизнь или практиковать незримые искусства. Так, подожди, работа, а есть вспомнить сны еще, смотри. Мне снова видятся во сне свечения под грязной кожей мира. Свет, пробившийся сквозь черный лес, белая дверь и старик. Ну ладно, допустим. Так, у меня есть две карты. Здоровье и средства. Здоровье. Это мое тело. Есть и другие тела, но это мое собственное. То, без которого разум, словно грибы и без почвы. Получив достаточно стойкости, вы можете восстановить здоровье. А, есть здоровье, есть... Я не знаю, что это, что это. Это, видимо, деньги у нас второе. Аспект способности, разум, сердце. Аспект сердце. Аспект ингредиенты. Так, хорошо. То есть мы, получается, берем работу. Да, я могу сюда, например, закинуть. Некоторое время не беспокоиться о деньгах. Две монетки у меня есть. Если я здоровье, например, сюда закину, что-то будет происходить? Изнурительная работа за жалкие деньги. Это все, что мне доступно? Ну-ка, вперед, если нажать, что получится? Неквалифицированный труд. Целую минуту все это будет. Можно на самом деле ускориться. Так. Здесь мы тоже получаем две карты. Вспомнить сны. Получаем две карты. Одна почему-то с временем. Безмятежность. Кажется, что... кажется, это счастье. Безмятежность защищает от ужаса. Но она не длится вечно. Лампада, сердце, влияние. Так, ну,
это у нас типа сон, это работа, я так понимаю, ну какой-то неквалифицированный труд. Здесь у нас какие-то перемены будут, окей. То есть мы, получается, раскидываем карточки по этим областям и, ну, получаем какой-то эффект. Либо положительный, видимо, либо отрицательный. Скудный ум не склонен ни к интуиции, ни к математике. Блэс Паскаль. Получив достаточно карт проблеска, при изучении вы можете получить больше карт эмоций. Аспект способность, аспект мотылек, аспект ингредиенты. Так, ну хорошо, ждем тогда пока... Я не знаю, куда можно безмятежность закинуть, может быть в сны? Ну типа мы спим и видим безмятежность, и все у нас замечательно. Давай, ладно, подождем, пока у нас неквалифицированный труд. А вот это что за кнопка? Ничего она не делает, странно. Просто обычная кнопка, которая ничего не делает. Так, у нас туда, по-моему, какая-то карта, да, смотри, автоматически полетела. Здоровье, усталость. День подошел к концу, моя работа тоже, но у меня будут деньги. То есть мы потратили здоровье, получается, да? И получили деньги за это. Проблемы со здоровьем, аспект сердца. Забрать все карты. Так, работа. Давай стойкость, может, возьмем. Или подожди, это я, наверное, точно так же. Типа, я отдам стойкость, и мне станет только хуже. Может, если в сон мы закинем А, не могу. У карты должен быть хотя бы один уникальный аспект. Способность или средство, или путь назад через сновидение, или желание. Или проблемы со здоровьем. А может быть, здоровье тогда? Вот. То есть мы, получается, восстановим, да, наверное, себе здоровье таким образом. Аспект сердца, проблемы со здоровьем. Мне нужно время, чтобы восстановиться. Вперед. Знаете, такие... как сказать? Кстати, две монетки у меня тут валяются. Подожди. А, это типа две монетки есть, да? Вот так, то есть, да? Средства. Достаточно интересно, и причем, я не знаю, было ли тут обучение, но если оно даже здесь и было, возможно, его не нужно проходить. То есть ты смотришь на игру, как она играется, читаешь это все, и вроде бы ничего не понимаешь, но какие-то такие, знаете... интересные приколы в голову приходят. То есть ты как будто сам строишь сюжет этой игры. Пытаешься понять вообще, в чем смысл. Но на самом деле ты просто человек, который живет, и у тебя есть вот работа, там отдых, все дела. Ты заработаешь какие-то карточки. Эти карточки, видимо, на, ну, на что-то тратишь. И исходя из этого, что-то зарабатываешь. Ну, то есть у меня сейчас есть одна эмоция. Непонятно, положительная она или нет. Скудный ум не склонен ни к интуиции, ни к математике. То есть просто карточка эмоции. Которая, ну, пока непонятно, что, если честно, дает. Я думаю, что со временем мы с этим разберемся. Можно перекладывать по столу все эти карточки, да, то есть как-то их раскладывать, чтобы все это грамотно выглядело. Значит, тут у нас сейчас, в принципе, все находится в рабочем состоянии, кроме работы. Вот. На работе, наверное, можно зарабатывать средства, если туда, ну, что-то грамотно как-то вкладывать. 23 секунды... А может быть... А, подожди, я, по-моему, эту карту на работу не могу. Да, не могу эту карту на работу положить. А если средства мы сюда положим? Тоже не могу. А если эмоции, например? Вот, эмоции могу. Рисование. Раньше мне приходилось рисовать. Я могу нарисовать те пейзажи, что помню из снов. Я могу даже что-то продать, но не буду. Как это? Я могу что-то... Я могу... Он мне говорит, я могу даже что-то продать, но не буду. То есть, зарабатывать деньги наш персонаж, видимо, не хочет. Ладно, давай запустим. То есть, если он сможет таким образом заработать, ну, либо хотя бы получить, возможно, какую-то карту искусства, да? Вот здесь даже написано, что будет награда искусства. Ну, посмотрим, что это будет. А вот тут какое-то что-то, вот смотри, что-то тут. Томление. Если я не знаю покоя, то вдруг это мне и нужно. А что это? Подожди, поглощает карту. Аспект беспокойства. Меня
охватывает странное томление. Я жажду чего-то, но чего не понимаю. А может быть сюда вот эту карту закинуть? Это же у нас что карта? Безмятежность? Нет. Может стойкость? Нет. Ну, средства понятно, но у меня больше карт нету, ну окей. А, я не могу, на... а, нет, подожди, оно в процессе, да, оно в процессе, все нормально. Ну, вот эту карту мы, правда, единственное, потеряем, ну, я как бы не знаю, куда ее засунуть. Места нету. Вот здесь есть какой-то магнит, возможно, сюда... Время проходит, тень на солнечных часах движется. Чтобы жить, мне нужно средство, иначе я заболею. То есть мне сюда надо постоянно деньги закидывать, что ли? Это так работает? Забирает карту, чтобы насытить свою пустоту. Поглощает карту. Забирает. То есть сюда мне автоматически, видимо, будут улетать карты со средством. Со средствами, со средствами. Не знаю. То есть как-то вот так это должно выглядеть, наверное. Опа! А, ну да, она... У нее закончился таймер, поэтому она сгорела. Здоровье. Все, то есть мы выспались. У нас была карта плохого здоровья. Мы выспались и получили карту хорошего здоровья. Отлично. То есть здесь, наверное, во сне мы все как бы восстанавливаем. Все плохое. Нет, эти карты сюда все-таки не залазят. Но, наверное, сейчас мне во сне делать... Хотя, может быть, стойкость можно сюда? Нет, стойкость тоже, видишь? То есть тут, наверное, все-таки то, что нужно восстановить. То, что... то, с чем стало все плохо резко. Вот, возможно, стойкость можно будет потом на работу закинуть. Посмотрим. Ладно, давай ускоримся. Блин, пока мне нравится. На самом деле, игра такая прикольная. Можно посидеть... Это типа что, опять один с карт, что ли, будет? А, нет. Почему-то было 11, это, видимо, 1 и 1 было. Открыть для себя книги и другие сокровища. Наверное, если я вот тут сейчас что-то изучу, то есть какое-то искусство у меня, если получится, я смогу его закинуть вот сюда, вот в изучение. Наследство, смотри, есть. Любопытные бумаги от души приказчика, моего корреспондента. Мне нужно изучить их и вооружившись эмоциями или разумом. То есть изучить их, то есть закинуть, получается, сюда, вооружившись эмоциями или разумом. Разум у меня вот есть, смотри, карточка разума. А, ну ладно, давай сейчас вот тут 3 секунды. А, ну здесь тоже, ну здесь автоматически... А, это было 11 монет я заработал. Хорошо. Мы открыли вот такой старый, несчастный, далекий вещи. Мотылек находит свет в темноте. Найду и я. Тут что-то по-английски написано, непонятно. В общем, эта штука нам что-то скоро даст. Не знаю, правда, что. Увидим. Значит, здесь мы получаем, по идее, 5 монет, да? То есть, если вот это у нас сверху показаны монетки, то тут, по идее, сейчас должно стать 15. Так, и 4 карты. А, 3 карты. 12 стало. А может быть, это как бы там было 5? Я взял 3 карты и 2 монетки. Может быть, это как-то так работает, не знаю. Так. Эмоции истощения. Вот смотри, эмоции истощения мы, получается, закидываем, наверное, в сон. А, нет. Не могу я туда. Есть проблеск какой-то. Ну смотри, вот сюда нам нужно... А почему я не могу открыть? А почему я открыть не могу? А, все. Я могу почему-то двигать вот эту штучку отдельно. А могу сделать еще одну такую, нет? Правую кнопку мыши. Нет, не работает. Подожди, а может как-то через настройки? Нет? Нет. Ладно. Значит, что у нас есть интересного? В изучение мы закидываем наследство. И подход через разум у нас идет. Вот. Я не знаю, что вот это такое внизу обозначает. Аспект лампада. Это чистое пламя, и мы живем с невидимым солнцем внутри нас. Томас Браун. Лампада — признак тайного места, которое иногда называют домом солнца и света над ним. Вот что вот это значит? Вот здесь вот двоечка какая-то. Дальше у нас идет аспект ингредиенты. Мазь, пигмент, терпение, вещи.
которые тратятся. Может быть, это три карты, ну, типа, может быть, это вид карт, который мы получим. То есть мы получим две карты с видом вот этой лампады, мы получим какой-то один ингредиент и получим одну, один аспект. Может быть, это как-то так работает. Давайте проверим. Зафиксируем эту ситуацию и посмотрим, получится ли что-то из этого сделать. Эмоции, сон не могу, да, сюда закинуть. Ладно, истощение. Наверное, эмоции, может быть, несчастные далекие вещи надо закинуть. Пока непонятно. Ладно, что у нас по работе? Могу ли я что-нибудь закинуть? Например, проблеск. Нет, проблеск тоже не могу закинуть. А, это у нас вот получается аспект мотылька, да, эта карта. Это у нас лампада, сердце. Тоже сердце. Это что такое? Прогресс. То есть это, возможно, как какие-то, знаешь, добавочные карты. Потому что я их на работу тоже закинуть не могу. Я могу только здоровье закинуть. Да, но я в итоге получу плохое здоровье потом. А, они подсвечиваются, смотри. То есть только, мы берем карту, и у нас подсвечиваются те места, куда мы можем эту карту закинуть, да? Эту никуда, эту никуда. Тоже никуда не можем пока закинуть. И эту тоже никуда. Я не знаю, может быть, потому что вот эти две заняты, мы туда не можем закинуть некоторые карты. Вполне возможно. Ну давай, например, я не знаю, на кой раньше спать ложиться, да? Наверное, лучше, мне кажется, здоровье на работу потратить, чтобы получить с этого какие-то деньги, да? Потом просто плохое здоровье опять кинем в сон. И все. И получим опять хорошее здоровье. Таким образом. Как вам, ребят, игра? Напишите в комменты. Мне кажется, тут прям можно посидеть, прям побазарить, что-то пообсуждать, какие-то ситуации. Как по мне, довольно неплохо. И плюс в том, что игра полностью переведена на русский язык. Причем переведена приятно. То есть приятный шрифт, приятное... Это что такое сейчас было вот здесь? Странно. Так. Значит, смотри, что мы получаем по итогу. Мы по итогу получаем беспокойство, да? Карту беспоко... О, а куда исчезла эта фигня? А, наверное, может, сон? Нет. Сон я ее закинуть не могу. У меня скоро стойкость закончится. Я не знаю, куда ее девать. Так, разум. Описание пути к лавке. Описание пути к лавке Морленд. Путанная инструкция, как добраться до некой Морленд, владелицы книжной лавки, которая специализируется на редких изданиях. Мой собеседник точно описывает мои сны. Тут упоминаются названия, которые сразу кажутся знакомыми. Дом, дерево, часы, слова. Слава. Это те же тайны, сокрытые под кожей мира и под кровом и покровом времен. Внутри меня зарождается любопытство. Среди вещей есть записка, адрес книжного магазина, который не рекламирует свои товары. Вот так вот, интересно, да? Что у нас тут еще? Соблазн. Просветление. Меня снило, что я обладаю ключом к мудрости. Если улучшить эту карту достаточно, она дарует вам победу пути просветления. Сны о ней могут улучшить или изменить карту. Ну, то есть, вот этой картой, по идее, можно поспать. Да, вон там подсвечиваются сны. Дальше. У нас есть о потенциальном компаньоне. Мой корреспондент записал свои наблюдения обо мне. Он полагает, что у меня есть потенциал. Он также записал наблюдение о ком-то еще. Возможно, если приложить некоторые усилия, я смогу найти этого человека. О, как интересно. Секрет дозорного. Говорят, что у каждого часа есть свой цвет. Но он существует только там, где есть источник света. Но это просто как типа лампа, да, у нас такая. Так, значит, что у нас имеется? Вот эту штуку, наверное, вообще можно убрать куда-нибудь в угол, потому что она как бы не особо так нужна. То есть, по сути, она просто хавает мои деньги, и все.
Ну, то есть, условно, чтобы жить, существовать, платить там, не знаю, коммунальные, покупать еду, мне нужны бабки, поэтому бабки надо зарабатывать на работе. А уже изучать свой мозг и все остальное надо вот с помощью вот этих двух. Я не знаю, что это, кнопки, будем их называть кнопками, наверное. Значит, сны у нас, да? Во сне можно улучшить вот эту карту. Мы ее улучшим. Рефлексия. Я могу добавить сюда... О, я могу добавить карту стойкости, наверное, сюда, да? Истощение эмоций. А ну, подожди, могу? Нет, не могу. О, секрет дозорного я сюда могу закинуть. А почему я его могу сюда закинуть? Потому что тут... Потому что она желтая, может быть, эта карта. Метки света. А, может быть, метки света. В поисках бессмертия и знаний я могу обратиться к часу, известному как дозорный. А, ну вот, все правильно, секрет дозорного. Сюда. Я посвящу себя стремлению к знаниям. Так, хорошо, то есть мы спим с меткой дозорного, и за это мы что-то должны будем с вами потом получить. А вот в изучение мы закинем... По-моему, вот это, да, была вещь, да. Дорога к лавке Морланд запутана. Когда имеешь дело с такими книгами, которые изучались моим собеседником, нужно соблюдать осторожность. Что-то там, видимо, интересное будет. Так, ну все, пока у меня все занято. Две карты эмоций истощения, да, вот это типа у нас эмоция. Ну, то есть вот это разум какой-то, истощение, наверное. Фиг знает, в общем. Пока не особо все это дело понятно, ребят. Опа, это что тут у нас такое? Причудливые желания. Какая жажда движет нами? Жажда... я могу жажду стойкости сделать? Нет, не могу. А, тут тоже, смотри, магнит какой-то. А что я могу сюда закинуть? Какую карту? Ну, вроде бы никакая, да? Она же как бы должна подсвечиваться, если какую-то карту могу, да? Пока я сюда ничего не могу закинуть. А может быть, одну монетку? Монетку могу сюда закинуть? Нет. Интересно. Ну, оставим пока. Там сейчас просто что-то случится. Эмоции у меня появилась карта. Проблеск, эмоции, разум. А, подождите. Подождите, не все так быстро. Так, найти лавку Морланд. Лавка Морланд. Неповторимо существует лишь... О, это типа какая-то редкая, видимо, карта. Погруженные в полумрак владения мисс Морланд, которая специализируется на редких и опасных книгах. Так. Здесь у нас тоже исследование, вот какая-то карта тоже появилась. Оккультная заметка, ничего себе. Тайны истории лежат под явной... Под явной, наслаиваясь друг на друга, словно оттенки аромата в редком вине. Это обрывок одной из таких историй. Добавление этой заметки к исследованию может открыть секретные уголки столицы. Вот это поворот. Подожди, в исследование или... Куда мне такое? Ага, я могу ее, смотри, в три разные штуки засунуть. Здесь написано про исследование. А это у нас изучение. То есть исследование вот здесь. То есть вот сюда нам это надо закинуть, чтобы изучить эти оккультные науки. В городе есть места, где можно найти самые необычные вещи. Нужно только выбрать из истории и слухов полезные сведения. Давай. Изучаем оккультные всякие науки. А здесь у нас получается... Открыть для себя книги и другие сокровища. А вот эту карту я могу куда? Пока никуда я ее не могу засунуть, кстати. Ну ладно, подождем тогда. Проблеск. Стойкость. Стойкость могу закинуть в изучение. Давай закинем, потому что она скоро... Или подожди. А вот эту... А, и вот эту могу. Беспокойство тоже. Типа изучить беспокойство я могу. Получается.
Чтобы что-то изучить, обычно надо сидеть смирно. Беспокойство, как правило, только мешает. А я не могу изучить. А я не могу изучить беспокойство. А стойкость? Больше стойкости. Когда у меня будет достаточно стойкости, чего-то более экзотичного, я могу поправить здоровье. О. Ну, это я ничего сюда засунуть не могу. Ну, получается, со стойкостью я, наверное, пока ничего сделать не могу. Странно, почему я не могу путь сердца засунуть. А, там что-то делается. Все, я понял. Но надо что-то засунуть в изучение. Я знаю имя, у меня есть описание и уникальные предметы, но ведь в городе тысячи лиц. Давай изучать этого потенциального компаньона, я это сделать могу. Все, изучение пошло, 30 секунд. Работа. Усталость. Ее надо будет в сон потом закинуть. Дальше у нас стойкость. О, подожди, еще одна стойка, а я уже начал, да? Ну мне времени не хватит. Вот, две карты стойкости, по идее я смогу их изучить, наверное. И денежки, хорошо. Так, что можно на работу кинуть? Что можно кинуть в работу? Спокойствие, лавка, проблеск, эмоции могу и разум. Давай разум кинем, посмотрим, что из этого получится. Найти работу, которая пощадит мое тело, а то и разум. Погнали. Ну, по идее, мы должны получить плохой разум, да, после этого? Наверное. Вот тут что-то надо тоже закинуть, но я не знаю, что... Туда почему-то ни одна карта не идет. Соблазны тут какие-то, видишь? Аспект желания, но у меня нету ничего такого. То есть никакие карты я туда закинуть не могу. О, это что такое? Начинает какой-то рисунок здесь появляться. Так, у нас свет в черепе. Каждый раз, когда принцип лампады проливает свет, я могу получить дополнительные обрывки знаний. Но лампады у меня пока нету. А, тут что-то изучается. Все, окей. Хорошо. Что это за стрелочка? А, то есть, если нам, например, это не нужно, мы можем убрать одну из этих штук при условии, что там будет стрелочка вниз. Но ее, наверное, надо было оставить. Она вроде бы есть не просила. Ну ладно. Разум, значит, мы получаем. Мы потратили, кстати, карточку разума и вернули ее обратно. И получили еще вдобавок младший клерк в Гловер и Гловер. Мои интеллектуальные способности достойны лучшего применения, но платят здесь лучше, чем чернорабочим. Если не посещать работу регулярно, вас понизят в должности. Типа меня повысили, да, судя по всему? Ну, либо я нашел новую работу. Сразу кидаем карточку работы. Пускай производится. Пока у нас все занято. Я хочу попробовать вот эти две карточки стойкости кинуть. Получится из этого что-то или нет? Здоровье, усталость. Но это мы кинем сразу в сон. У нас пойдет эта карточка. Ужас, смотри, это что такое? Мне ведомо слишком многое. Безымянный ужас гложет меня, разрывая надежды в клочья. Это, наверное, тоже в сон можно будет закинуть. Что-то мне так кажется. Так. Тут мы получаем карточку стойкость. 0,1 секунда. Карточка стойкости на 0,1 секунду. Она же сейчас исчезнет. О, лянь, там опять что-то почему-то изменилось. Какой-то рисунок стал другой. Тут, кстати, вот, можно усердие какое-то добавить, да? Например, через разум или через эмоции. А, нет, только через разум, да? Даже через стойкость я не могу. Ужас тоже, понятное дело. Ну, давай через разум. Усердие через... Да, А, нет, эта карта типа только появилась, наоборот. Все, значит, у нас есть теперь знакомый. Я жду ответа на письмо. Давай, будем ждать ответа на письмо. Вот, у нас здесь появилась карточка мистика. Это мы изучили с вами эту, да? Оккультные науки. А, нет, оккультные науки здесь у нас изучаются. Здесь мы изучили, по-моему, дорогу какую-то, карту или что-то такое. Мистика. Так, вот, стойкость. Стойкость. Вот.
Я чувствую прилив сил, физическое упражнение пойдут мне на пользу. То есть мы будем с вами типа заниматься физическими упражнениями. Но одну карту стойкости я оставлю, вот эту, у которой больше всего времени. А вот эту маленькую я сюда закину тогда. Вот так мы сделаем. Вперед. Отлично. Две карты стойкости у нас будут изучаться. Здесь. Здесь тоже изучается. Здесь тоже изучается. Сны. Секрет дозорного, такая карта у нас была уже. Ее можно будет потом, если что, куда-то закинуть. Стремление просветления. Я посвящу мою жизнь поискам высших знаний. Мне надо знать, что сокрыто под кожей, чего бы это ни стоило. Позволяя получить победу пути просветления, мне должны принять в обители. И мне надо работать с объектами, обладающими чертами лампада дозор. Так, ну вот эти две карты по-любому пойдут потом вместе, скорее всего. Эмоции можно сюда... Вот, ужас. Ужас я могу, да, сюда закинуть. То есть переспать, видимо, с этим ужасом. И, ну, наверное, станет все хорошо. Не знаю. Ладненько, ребят, на сегодня будем тогда заканчивать. Если вкратце, да, игра прикольная, реально. То есть прям заставляет... Как будто бы читаешь книжку. То есть какие-то происходят события, ты эти карточки раскидываешь и... Ну, что-то происходит. Блин, это на самом деле прикольно. Если вам понравилось, вы хотите продолжение, то вы знаете, что делать. Лайк поставить, там коммент написать. Напишите, кстати, играли вы в эту игру и понравилась ли она вам. Если вы, допустим, видите, что я что-то делаю не так, то тоже напишите об этом в комменты. Я обязательно всех почитаю. Всем удачи и пока.